По словам людей, приславших нам это видео, цивилизация из Устьяны ушла давно и больше не возвращалась. Те, у кого была возможность сбежать отсюда, сделали это не задумываясь. Остались только опустевшие магазины, заброшенные дома и свалки в чистом поле. И если в соседнем Тауйске еще теплится жизнь населения, там около 350 человек, то здесь все гораздо хуже. На трех улицах несколько десятков домов, в которых осталось полсотни сельчан. Постоянное отключение света, отсутствие медицинской помощи, продовольствия и воды. Последнюю привозят, но, как говорят сами колымчане, иногда такое счастье случается раз в месяц, а зимой машина приезжает посреди ночи, и за живительной влагой надо пройти не меньше 3 километров. Мы на произвол судьбы. Нас тут несколько вот стариков осталось, у нас ни воды, ни магазинов, ни аптек, за свет идти платить деньги. Тоже надо идти за 3 километра в поселок Тауйск. Автобуса у нас нет. Отключение света у нас часто бывает. Это же ужас, ужас, что творится. Вот так вот и живем, зимой все в снегах. Писали в прокуратуру, обращались к губернатору, результата ноль. Колымчане жалуются, все обещают помочь, но в итоге складывается впечатление, что власти просто ждут, когда проблема решится сама, и поселок вымрет окончательно. Олеся Хитогурова, Игорь Радченко, специально для службы новостей.